В Россию вернулся хэтчбек Nissan Note, который прекратили продавать на российском авторынке в 2014 году. Хэтчбек везен неофициально, то есть, так называемым, параллельным импортом. Объявления о продаже свежих Nissan Note появились на официальных сайтах некоторых российских дилеров, а также на их страницах на популярных классифайдах по продаже автомобилей. Дилеры предлагают премиальную версию модели, которая с середины прошлого года продается в Японии под названием Ora. Хэтчбеки оснащены плагин-гибридной силовой установкой, сочетающей 82-сильный бензиновый атмосферник объемом 1,2 литра, и тяговые электромоторы. В версиях с передним приводом мощность электродвигателя составляет 136 лошадиных сил. А в полноприводных версиях на задней оси установлен дополнительный электромотор, который выдает 68 лошадиных сил и работает во всем диапазоне скоростей. Все автомобили праворульные, и просят за них 1 900 000 рублей.